праздничное шествие почти уже подошло к нашей главной площадке, главной сцене нашего шоу. Из сказок старого города народ самыми необычными вот оно, шествие уже пришло. Тобой не поднимай. Да, наверное, тяжелая, и он их не просто брать. Ну, давай мы уже туда скинем. Давайте еще раз. Ваши бурные аплодисменты, потому что я хочу сейчас передать слово директору сельхозкооператива «Коляда» Цымбалии Павлу Ивановичу. Потому что вот она... Не получилось ее долго держать, тяжело очень. Вы видели, мальчики так напрягались, даже улыбки упали у них с лиц. Празднуйте, наслаждайтесь. Спасибо. И вот эту упакованную же колбасу мы передаем уже, как говорится, школе-интернату номер 7 и центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, теплый дом. И побольше улыбок в вашей жизни. Надежное сердце ночи опять суетит. Бачу я тебя в снах, ты забудешься шкаф. Твоя брода, твой чистая.